Schnappi, das kleine Krokodil. Hab scharfe Zähne und davon ganz schön viel. Ich schnapp mir, was ich schnappen kann. Ja, schnapp zu, weil ich das so gut kann. Schnie, schna, Schnappi, 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 Schnapp. Schnie, schna, Schnappi, 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 Schnapp. Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. Сегодняшний наш гость – оккульто возвращенный к жизни участник парада старых портированных хитов. Встречайте культовый шутер Return to Castle Wolfenstein. Для справки скажу, что оригинальная игра вышла еще в 2001 году, являясь продолжением Wolfenstein 3D. На данный момент серия насчитывает уже порядка 8 частей. Как и во всех играх серии, история доставляет развесистой клюквой на тему Третьего Рейха. Вкратце опишу тебе сюжет. В самый разгар войны союзное командование посылает лихого разведчика Вилла Блесковича в таинственный замок Wolfenstein. Естественно, с секретным заданием. И, как водится, все как всегда пошло не так. В самом начале игры фашисты схватили нашего героя и засадили в мрачное подземелье замка. Я, как ты уже догадался, твоей первичной задачей в игре будет выбраться из него. Но, к счастью, сама цитадель Wolfenstein будет далеко не единственным местом, которое ты увидишь по ходу игры. Например, нашему протагонисту предстоит посетить тайный завод по производству ракет Фау-2 для поиска секретного оружия Вермахта. Или же разыскать во льдах Норвегии сверхсекретную базу по выведению убер-солдат. Наверное, ты спросишь у меня, а где же, собственно, обещанная клюква? Начнем с того, что само название Wolfenstein вызывает устойчивые ассоциации у всех любителей мистических тайн Третьего Рейха. Больше часть игры наш герой борется с некой оккультной организацией, цель которой вызвать из преисподней демоноподобного немецкого короля Генриха. Кроме того, нацистские ученые создают ему в помощь армию убер-солдат-зомби, которых тебе и предстоит шинковать помимо обычных эсэсовцев. Несомненно, сюжет является самым важнейшим достоинством Wolfenstein. Но давай рассмотрим и остальные минусы-плюсы данной игры. Также к сильной стороне можно отнести и общий геймплей. Игру можно проходить как в обычном шутерном режиме, кроша врагов на капусту, так и в стелсе. К слабым сторонам отнесу управление. Не то чтобы виртуальные кнопки вдруг стали неудобны. Проблема скорее в их размере, особенно если ты пользуешься устройством с маленьким экраном. Так что играть на дисплеях меньше 7 дюймов крайне не рекомендуется. Еще одним минусом, который больше похож на баг, является то, что кнопки управления намертво ввинчены в игру. К примеру, они не исчезают даже в меню или во время сюжетных роликов. Некоторых, наверное, они настигнут даже во сне. Итог. В целом игра Wolfenstein крутой шутер с интересным сюжетом, но с корявым портированием. Устаревшая графика даже по меркам Android игр, скорее всего, отпугнет любителей современных видеоигр. Да и общая заточенность под ПК не добавляет плюсов. Игру можно порекомендовать фанатам старых частей, а также любителям сказок на тему Третьего Рейха. На этом все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч!